А чей мы бабам? Тостер. Ач. Nasıl film babam sana hazırlıyor iyi. Tostur diyor. Tostur mostur evet. Tostur. Şimdi yiyeceksin tost. Ben hayır. Değil mi? O zaman ben de kendimi peynirine yapacağım. Yumurta da pişiriyorum. Olur. Güzel olur. Bayan. Teşekkür ederiz. Hazır. Çay da hazır. Ne bildi? Yakıyor mu? Değil. Gözlük takıyorsun. Всем доброго утра, друзья мои. Как вы догадались, утро у меня началось необычно. 8 часов, а мы завтракаем. Почему? Потому что мой муж едет в город. И по делам его нужно накормить. Папа пошел, купил хлеб с утра, чтобы он не тратил на покупку еды там, а не беспокоиться. И я ему отварила 2 яйца, папа сделал тостер, ну а я приготовила сейчас себе вот эту яичницу, давно не ела. Были помидоры нарезанные, сейчас буду кушать так рано. В общем, я здесь кушаю, набираю килограммы. И хлеб кушаю, такой вкусный хлеб, как не покушать. Ну вот так у меня началось утро. Приятного аппетита. Ну вот мой муж ушел. Можно выключить телевизор. Стирку запустила и пойду на улицу показать вам край, любимый край, красивый край. Посмотрите, вчера собрали помидорчики. Для меня собирает свекровушка моя, моя любимая Ашкимчик, Анымчик. Доброе утро, мои любимые цветочки. Так любят мои подписчики любимые цветочки смотреть. Вы знаете, почему она их не срывает? Потому что, оказывается, внутри тоже есть семена, и я все их вот так сухими забрала. Уже собрала для себя. Раньше, говорит, она выбрасывала, а тут внутри эти. Кстати, надо мне еще собрать. Ой, надо собрать все, что есть. Так, мои дорогие, вот тут моя одна знакомая подписчица. Ну, мы с ней еще не знакомы, из Мерсина. Попросила меня привезти ей семян бархатцы. Бархатцы называются они. Но я не знаю, как их. Просто, наверное, сорву. Может, они засохнут и потом. В общем, вот такая красота, мои дорогие. Как же приятно это смотреть. Да? Красивые такие. Красотища. Красотища. И это тоже. Но это растет везде у нас, но у меня только не растет. А вот эта белая гвоздика, она говорит, только у нее. Кстати, вот это вот тоже какая-то она интересная. Вообще не все такие красивые. Посмотрите, это другой сорт, а это другой. Я вам в каждом видео показываю мои цветы. Наверное, вам нравится, я уверена. Да, я знаю, вы у меня золотые подписчики. Мои подруженьки и друзья. А здесь что-то будет вкусное. Кукурузка. Ну, смотрите, на таком большом стволе 2 кукурузки. Вот так, вот такой у меня есть. Я у нее тогда забрала. А это, видите, цвет какой. Главное, интересно так. Надо тоже все собрать. Надо тоже все собрать. В общем, мои дорогие, жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. Да, мы кто-то там написал вчера, что
колхоз написал, но я не поняла, в каком смысле колхоз, совхоз. Ну, я думаю, что в хорошем. Да, соглашусь, это, наверное, колхоз какой-то. Здесь деревня колхоз. А еще написали там, что что-то жалеют, опустили меня. Нет, мои дорогие, ничего не жалейте меня. Я свой выбор сделала. Это я что, каждую неделю, что ли, езжу сюда? Мы не ездили, я 2 года не была в деревне. Ничего от меня не убудет, ничего не убудет, если я поухаживаю за родителями. Самое главное, перестала чесаться, слава богу. Антигистамины не пью, силы есть. Посмотрите, какой у нас красивый аист. Сейчас я, знаете, что буду делать? Поливать цветочки. Пойду покажу вам, как я их привела в чувство. Вчера я здесь поливала и здесь. По-моему, сегодня не надо, земля мокрая. Вот видите, я их оживила, реабилитировала. Они были такие все сухие, желтые. Кстати, я тоже семена взяла. Очень красивые цветочки сиреневые. Набрала вчера. Еще надо набрать все, чтобы был запас. И здесь поливала, думала, это семизоты. А оказывается, это не семизоты. Да ничего страшного. И тут, посмотрите, после моего вчера поливки, как все поднялись, да? Как я рада за себя и за них. И тут виноградик этот. Спасибо мне сказал. Покажу вам. Тарла называется земля. Тарла — это такое поле, поле. Что на нем растет? Вот этот сосед у него, видите, дольет нам воду. Раз в неделю, говорит, и тут огромной такой мощной струей. О, виноградик уже поспевает. Красота. Видите, сколько? Но в этом году не так много, как в том. Обожаю лазить по огороду. Обожаю. Вот и обошла за 2 секунды. А вот и тот виноград черненький. Ух ты. Ух ты, мух ты. Мух ты, ух ты. Видите, вот как полили, земля такая вся влажная. Еще. Помидорчики стали поспевать. Кстати, можно их сорвать. Вот эти надо поднять. Жалко мне, когда они лежат на полу, да? Вот. Смотрите, вот так. Жалко, растите. А вот видите, семизоты везде, друзья. Везде. Где-то я видела красный помидор. Надо его сорвать. Вот. Смотрите, какие помидорчики. Кармашки положу. Я люблю собирать урожай. Смотрите. Помидорчики, помидорчики. Ой, посмотрите, как их, как полили сразу, какой эффект у них классный. Наверное, нам она собирает уже помидорчики. Там столько много красненьких. Сорвать или не сорвать, как вы думаете? Сорвать или не сорвать? Обожаю это дело. Мы вчера ходили вот в гости. Я там не вам не поснимала. Это их невестки. Родители тоже здесь живут. И у них, конечно, другая территория, да, двор другой. У нас намного лучше. Сейчас спрячу помидоры в карманы. И что я хотела вам сказать. И у них родители, я не знаю, почему посадили 2 грядки фасоли.
И мы ходили, собирали урожай. Ну, наверное, килограмм собрали, не больше. Я так думаю. Не больше. И пришли. Ну что там сидели? Сидели. Я чуть там не заснула. Чуть не сдохла, друзья мои, от скуки. Я не знаю, я когда пришла туда, начала зевать. Не заканчивалось мое зевание. Это какой-то ужас был. Зеваю, 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 зеваю. Я не знаю, может, глаз говорят, хотя я не верю в это, но так получалось. Чуть не заснула, начала уже с телефона. Мне так было скучно, неинтересно. Вот я не понимаю уже, что они говорят. Ну, какой-то, ну, не то говорят, что мне неинтересно, когда я и не вникаю, даже не слушаю. Я стала видео с телефоном возиться своим, да. И вот потом мы пошли, собрали лобио, выпили чай и вернулись. Вот такие вот дела. Вернулись, пришли домой. И у меня начался вебинар. Я просидела на вебинаре своем. Мои дорогие друзья. Так вот прошел у меня вечер. Дорисовала нейрографику. Покажу вам. Так красиво. Мне самой нравится. Такие вот делишки, мои дорогие. Вот так проходит жизнь турецкой невестки в деревне. Ну, ничего страшного. Я безумно счастлива в данный момент. Потому что это все временно, конечно. Жить здесь я не смогу постоянно. Ну, а так на время можно. Обожаю срывать, обожаю. Я решила испечь печенье. Думаю, порадую. Тем более оно так быстро печется. Шоколадное печенье. Рецепт на моем канале. Посмотрите. Тесто за 10 за минут максимум готовится. Мой муж ушел. Я постирала, повесила стирку, полила цветочки. Хочу оживить их до моего отъезда. Вот те засохшие цветочки, которые я вам показывала в предыдущих видео. Готовлю печенье, покажу результат. Они так обрадовались, мои родители. Мои печенюшки готовы. Сейчас нагреется духовка. Я их испеку. Вы знаете, что я добавила сюда? Кокосовую стружку. Такие вот, когда продают сладости, да? Вы никогда не выбрасываете. Посмотрите. Кстати, можно и покушать. Вы никогда не выбрасывайте, потому что они тут есть кокосовые стружки и пригодятся. Черес называется. Ну, в общем, вкусно. Сейчас я это поставлю в духовку. Тут сахарная пудра. А вот я утром что приготовила завтрак, она не поела, мама. У нас тут остался суп от Хашламы. Я сейчас хлебушек попрошу и пойду покормлю кошечек. Мне так понравилось, что мама такая молодец. Сказала, пойди, говорит, отнеси им, покорми. Эти дни я всегда кормила. Ну вот и она проявила инициативу. Молодец. Друзья мои, я в шоке. Я в шоке. Сейчас положила кушать нашим кошкам. Смотрите. Я в шоке. Все мои эти цветы он сорвал. Сколько дней я поливала, думала, они придут в себя. Он взял и сорвал. Ну, значит, он знает, как. Жаль, конечно, но по-другому никак. Что я сделаю? Да, я думала оживить их, вроде бы оживлялись некоторые. Такие вот дела. Огород полила мама, цветы полила. Здесь также безлюдно. Ашкем нерде сынашки. Ашкем нерде сынашки. Şuhanen, hanen torunuymuş. Elif'in torunu Elif'in. Kaslatka ana. Hanen kızı Elif var ya. Onun torunuymuş. Подружка ее, наверное, разговаривает. У нас так все мокренько.
Тин-тин-тин-тин, запах такой по комнате, друзья мои. Вот мои печеньцы, они что-то лучше становятся и лучше каждый раз. Вы знаете, сегодня у меня не было весов, и я на глаз все сделала. Видно, масла растительного побольше, воды побольше получилось. Не 70 грамм по рецепту растительного масла, а больше. И не 50 миллилитров воды, а больше. Поэтому мне потребовалось и больше муки. Наверное, 2 стакана пошло. Но они, смотрите, такие мягенькие получились. О, мягенькие такие. И ну, красивый на вид, красивый. Ну, посмотрим, как оценят они. Сейчас для вас я решилась прихорошиться чуть-чуть, привести себя в порядок и рассказать, что в мои обязанности входит. Мои обязанности с утра входит приготовить завтрак, убрать, застелить кровати, постели, можно сказать, собрать, помыть посуду и весь день вот чай, кофе, ухаживать. И вот такие у меня обязанности. Если стирка есть, повесить, снять, ну, распределить, естественно, я не могу. Вот смотрите, вот там у меня посуды полно перемыта уже. Мусор выбросить. Вот такие обязанности у меня. В общем, здесь мы замесили, мама замесила тесто. Будем готовить сегодня бюрейки на костре. И она пришла и говорит, иди, говорит, сорви семизоты. И будем делать бюрейки с семизоты. Вот так вот я получила задание. Печенье у меня остывает. Я пошла в огород с семизоты рвать. Немножко прихорошилась. Ну, в принципе, я себя чувствую хорошо, когда когда ничего не болит, не чешется, это как хорошо, классно. Какие дурынды мои кошки. Вы знаете, что они подходят ко мне и мяукают уже вот эта вот рыженькая. Мяукает, я говорю, там я положила еду, смотрите, кушают. Не видят. А третья зашла вот сюда, где у нас и туалет здесь, и кис-кис-кис-кис-кис, выходи. Что ты там делаешь? Пис-пис-пис. Гель, бля? Гель! Пис! Какие глупые пис! Нердесен! Пис-пис-пис-пис. Видите, здесь вот такое вот все. Лазят, пугают меня ночами по веткам. Вот. Как этот здесь. А, не погреб, а прячусь все ненужное. Сегодня мы передумали готовить бюрек, потому что мой муж пришел с такими подарками. Это мое печенье, только что у нас были гости, я их кофе угостила. Это семизоты, это мы отварили картофель для бюрека, но не захотели. Так, вы смотрите, мой муж что привез. Вот это тесто решили положить в холодильник. Привез вот такие фрукты. Мы за мамой ревновали с папой, канаты будем жарить на костре. Марул принес. Виноград принес. Курицу купил. Вот такой вот ашкам у меня. Загрузились фруктами. А здесь я приготовила для салатика. Будем сегодня жарить мангал. Тавук мангал. Так, к нам неожиданно пришли гости. Родственники младшего брата. Его теща и тесть младшего брата. Мы тут шашлыки, естественно, мы их пригласили на мангал. И вот я приготовила 2 салата, чубан салат, а это я сделала семизоты и смару. Ну вот, идем теперь на шашлыки. Мой Ашкым жарит, мой Аферин Ашкым. Гюзель. Я помады еще, машаллах. Sen biliyorsun, he biliyorsun. Tabii ki eski şeylerden. Ama neden siyah oldu? Pişin yandı. Yandı biraz. Babam biraz pişirmiş. Kedi etrafında. Kedi gelmiş. Hadi çevirin. Nasıl koyayım? Ne yemeğiniz yok. Güzel renkli de. Yeter o, yeter. Yeter mi? Tabii ki o tavuk, çabuk o pişiyor.
Düştün mü salataya? Evet. Burada götürdüm ama annem diyor burada sıcak. Burada sıcak ya. Yere otururuz. Sen size her şey dersen burada yiyebilirsiniz ayrı. Masada yiyeceğiz, oturamıyoruz derseniz. Bu da. Şöyle bir aslında çok vardı, çок diye bir şey vardı. Вот такие все ждут уже. Ну, естественно, им дам косточки. Косточки, друзья мои. Пойду я, пока есть время у меня. Кис, да, мои хорошие, подождите чуть-чуть. Они меня знают уже. Ашкин, бенебели орлар, таны орлар. Кисуля. Сейчас, чуть-чуть, подожди, Света вас накормит. Давай, давай. Лапочку дай. Лапочку. Да, лапочку. Знаете, как я давно вообще не прикасалась к кошкам, особенно дворовым. А сейчас я прикоснулась. Лапочку. Хорошая киса. Это делаю при вас первый раз. Ой, хорошая, да. Сейчас я тебе накормлю. Скоро накормлю, кисуля. Накормлю. Боже, какой кайф. Киса хорошая. Да, я ее накормила, она меня знает. Поэтому... А другие дикие. Да, приятно. Приятно. В общем, друзья мои, нашла я себе подругу. Ашкин старается. Ашкин разрешает снимать себя. Видите, как она идет за мной. Да, пошли. Света сегодня будет душ принимать сразу после этого дыма. О, как вкусно пахнет. Ну, сейчас, подожди. Подожди, дам я тебя накормлю, гостей накормлю, потом тебя. Кормлю своих кошечек. И эта кошка, смотрю, какая она пораненная вся. А там, видите, трусишка. Один там, один здесь. Такие есть некоторые дикие. А этот, смотрите, какой. И какой-то он странный, да? Вроде бы кушать есть, да? Я вообще боюсь таких. Что-то вон морда вся у него. Бедный кошечка. Вот вроде бы, да, тут косточек полно. Вот. А он все равно ему что-то не нравится. Милый мой мальчик. Кто тебя так? А? Кисуля. Наелись они. Как они кричали под окнами там. Конечно, у него нос забитый. А, посмотрите на них. Это что такое? Всем хватит, идите вниз. Иди вниз и кушай. Посмотри, сколько костей здесь. 2 кило костей. А? Смотрите. Лезет к тому. Видите, он лапой. Тут свою не поел. Может, ему трудно кушать. Сейчас смотрит на этих. Туда положила одной, потому что боится это. Да, друзья мои, видите, такая жизнь кошачья. Наелся, да, наелся. Эти боятся немножко. Друзья мои, сейчас пою всех чаем. Да, смотрит на меня. Что у него с мордочкой, не могу понять. С носом. Как перекиси, ничего нет, смотрите. Бедные котики. Ой, переключиться надо на все хорошее, друзья мои. Короче говоря, мы сейчас так вкусно поели. Я их всех пою чайком. А водички? Водички вам принесу сейчас. Они там поели до этого. А сейчас я им налью водички, это точно. Я специально здесь оставила, чтобы они попили. Так, это вылим, да?
на цветочек. И вот эта водичка. Идите, пейте. Давайте, давайте. Идите. Водичка. Су-су-су-су-су. Гель, 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 гель. Гель, гель. Иди умойся ты. Иди. Иди умойся. Иди. Ну, в общем, мои дорогие, пошла я к гостям. Их покормила уже. Попоила. Эти уже не боятся меня более-менее. Да, хороший мой. Хорошенький, как тебе помочь, не знаю.